Наши специалисты проверили ваш контент и обнаружили, что в нем нарушаются правила YouTube, а именно правила в отношении недостоверной медицинской информации. В связи с этим были удалены следующие материалы. На YouTube запрещено публиковать контент, в котором содержатся утверждения о вакцинах против COVID-19, противоречащие сведениям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Ну, как говорится, чистое совпадение.